Вот, ну а мы будем смотреть карту Overpass, дорогие друзья, которую я вам включу прямо сейчас. Всем приятного просмотра. И кто же заберет эту карту, пока большой-большой вопрос. Вот, ну что. Что у защиты? У Руфайра. Осколочная граната. Кстати, диффузов не вижу. У защиты диффузов, правда, нет. У Кеоза. Смок-молик. Выход на длину, судя по всему, будет от команды Саймон. Ну и здесь фейм будет в упоре. Ну, тут против фейма сразу нескольких игроков придется убирать. Но они все-таки меняют вектор атаки снова под э, туалеты. Ну, такой своеобразный фейк. О, кисе-кисе. Тут укрепление на зигзаге. Хо-хо-хо-хо! Это погибель! Для команды Саймон на пистолетке втроем решили ринуться на кон, а тут их ждали. Кисе третий минус в этом раунде с пистолета. Ну и последний Нилан дает фраг по фейму. Бомба на коне. Здесь его, конечно, уже не отпустят. 48 хп. И это пистолетка. Да ладно, ничего себе там дал на строфе Нилан. Но тут, если дальше по этому полезут, могут так и Нилану и отдаться в соло. От него минус 2 в этом раунде есть. Там идет поджим на туалеты. Кисе, Кисе находит четвертый фраг для себя в пистолетном раунде. И это 1-0. За командой SG Pro. Ну а коэффициенты прямо сейчас на них следующие. От наших друзей с приматчей 1.95 и 1.80 на команду Саймон. Э -э, ну и здесь Саймон будут играть экономический раунд, поэтому выход на 2.0 для команды SG Pro. Или же все-таки очередной э -э, Glock раунд от команды Саймон. Потому что, помните, если Мираж они забрали full экономический раунд против full Девайса выйдя на центр, там, забросав окно гранатами. Спасибо за спойлер. Не, чат, сейчас бы, конечно, думать, что фул экономически заберет против фул защиты. Дорог, квизи. Ну и здесь отрабатывает Кисе уже по КДО. Ну, а в остальных забрать, я думаю, это дело времени. Фейм. Норберта оставил крайне битом. Но там уже дробовик летит. Летит во все поры. Кисе. Эть. Не доконтролил. Не доконтролил. Весь минус от Фейма. Но два очень битых. Два очень битых. Здесь Фейма бедного защемили со всех сторон. Это 3 в 3. Ну и Сенатор двоих забирает спину. Ну и последнего тоже сейчас нафармит. Это плюс денежки для команды SG Pro. 2-0 для команды SG. Ну а теперь первая оружейка для команды Саймон. Стич, привет, привет. Но теперь интересно. Теперь интересно посмотреть, как команда Саймон попытается забрать первый для себя в атаке. Пять калашей, хороший пул гранат. То есть здесь действительно ничем не бедствует команда Саймон. А вот что по конкретно на заготовке будет, сейчас мы с вами узнаем. И все летят пока что в район Коннектора, я так понимаю. Коннектор плюс центр, потушили молик на яме. И выход на детскую площадку и выход на центр. Одного отправляют Норберта на контроль спины. Ну и здесь под флешки заходит уже на центр команда Саймон. В упоре никого не встретили. Два игрока на длине. Это Кисе. Плюс Фейм. Фамас. И Эксэмка в упоре готовы работать по длине. Это действительно интересные девайсы и хороший выбор позиции относительно этих девайсов. Но вот Сенатор. Первый blind килл и размен моментальный от Кеоза. Поджим в спину будет или нет? Судя по всему, да. Судя по всему, Фейм с Кисе пойдут в спину к своему сопернику. Главное им здесь в местами не попасть. Дирей. С кольтом Будет играть на бочках, готовить приемку базы Б. Ну а Саймон, в свою очередь, раскидывают. Девятку. Руфаер в упоре. С фармилкой. Оп. Минус от Моу. Минус от Кисе. Но ну, это 2 в 3. Два игрока на монстре, по всем есть информация. Отзонили смоком позицию шарта. Можно ставить бомбу. Кисе погибает. Отличный спрей от Моу. Ну и 2 в 2 в итоге. Здесь, скорее всего, подсадка будет у нас на цемент. На контроль от игрока с девятки. Нет информации по второму игроку. По одному вроде как есть. Моу погибает на воде. Ну и последний Норберт. Ну из-за того, что видели команда SG Pro, что не проходил вроде как ни в хелпу, ни под воду. Второй игрок, то должны выходить именно прежде, чем на монстр. Так. Погибает фейм. Но у Руфайра Фуза, есть. Первый файр проигрывает перестрелку один в один для Норберта. Вот это хорошо. Норберт здесь затащил. Один в два. Ну и вот он первый раунд для атаки. Тогда я ему ставил на матч, только. И, ребят, я никогда не ставил, в принципе, ни одной ставки. Что говорят из киберспорта, убирают Мираж. Гугли новость показывают. А, слушай, ну по поводу Миража разговоры идут уже очень давно. Это действительно та карта, которая, скорее всего, первый из имеющихся уйдет на переработку. Вопрос в том, что добавит Коблстоун? Э что я бы очень хотел. Вместо Миража. Или же, не знаю, или же кэш вернут. Вот, вот давайте, давайте так, чат. Единичку, если бы за то, чтобы вернули Кобл, и двоечку за то, чтобы вернули кэш. Мне кажется, за Кобл будет большинство голосов. Но здесь вот бай в виде двух фамасов, диглан, двух эмок для команды SG Pro. Ну и раунд под номером 4, и быстрый выход на лонг. Ну вот, за единичку прям все топят практически. Так, ну выход на лонг. Руфайр блайндовый. Его здесь прощает пока что Моу. Минус от Кесе по Норберту. Ну и здесь... ой 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 Руфайр как же жестко заспрейл. Заспрейл второго. Ну и Кадео остается с Нилоном не удел. Нилан очень битый. Остается Дирай. Переигрывает его. Последний Кадео на поставленной бомбе. Но четыре оппонента с этой позиции не дают ему уйти Дирай. Еще и второй минус а, с Дигла ставит. Отличная работа от команды из g -Pro на приемке базы А. Ну и вот он, третий раунд уже для них. вернут, кэш, так как его относительно недавно видоизменили в лучшую сторону. Ну, быть может. Мы же не можем быть на 100% уверены. А я не знаю, И Илюндель, здорово! Здорово, Илюх. Ну что, 3-1. Старт более чем приятный для команды SG. Но сейчас команда Саймон играет экономический раунд, поэтому выход даже, наверное, на четверку. Моя любимая карта в КС? Оверпасс. Ну, больше всего мне комфортнее играть на Оверпасе. Овер прям очень сильно люблю играть. Вернут кобл. А вы сейчас вот типа говорите, вернут там кобл, вернут. Конечно, вот вам вернут там Мэншн какой-нибудь. Или Анубис. Я не знаю, водный канал какой-нибудь. Так, ну здесь пока что легчайшее для Руфайра против экономического раунда не составляет ему труда. Забрать двух игроков в атаки, ну и 3 в 5. Файр пошел дальше фармить, но сейчас понимает, что в принципе полученный урон, наверное, лучше из-за него избегать дальнейшей перестрелки. Фейм и Сенатор минус по двум игрокам. Ну и последний Нилон. Я бы хотел увидеть Анубис. Не знаю. То есть, смотрите, есть две стороны. То есть, Алды, прям Алды-Алды, хотят Тушканчика вернуть. Новые ребята хотят увидеть Анубис. Не знаю, я, правда, Анубис вообще не говорю желанием увидеть, но окей. Норберт минус по Сенатору. Причем сам Давид остается очень битым. Но зато есть контроль под картой уже какой-никакой. Ну, здесь в упоре Фейм отыгрывает Кисе. С ним на пару готов принимать дугу. Молик откидывает Кеос. Причем Молик, ну, довольно хороший. Фейма прочекать было бы еще неплохо. Но вот Кеос здесь пока что... Вот знаете, Кеос чекает эту позицию так, будто он и не прочекает упор. Но здесь Кеос на самом деле, скорее всего, погибнет. Да, Кеос погибает. Но при этом команда Саймон готовит заход на базу Б. Откидывается смог на 9. Флешки на выход на воду. Ну и Руфайр первого. Руфайр второго. Хо -хо -хо! Причем, наверное, Руфа уже так отходил, чисто плюнул на, на отмаш. И команда Саймон остается в лице Моу в одного. Без поставленной бомбы. Знает, что на хелпе есть как минимум один игрок. И Моу его все-таки закрывает. Но Кисей здесь, как мне кажется, проявил более чем неуместную Агрессия, ну за что его ему наказал. Но правда, все равно пятый раунд для команды SG Pro. А коэффициенты теперь следующие от наших друзей из приматча 1.44 на команду SG Pro и 2.65 на команду Simon Gaming. Тускан с точки зрения вариативности динамики лучше из когда-либо созданных соревновательных карт. Ну, с, с этим поспорить я не могу. Громко, как тебе игра Саймонов? Пока, пока, ну, то есть мы увидели полноценных, наверное, полторы оружейки, даже не две. Вот следующая оружейка будет во многом не то, чтобы даже супер показательной, но если ее не заберут команда Саймон, тогда уже будут вопросы. А так пока, ну, SG Pro смотрится очень приятно, очень приятно. Гораздо увереннее, нежели это было на Мираже, причем, да, Мираж-то их пик был. Но это, ребят, только начало, то есть ни в коем случае торопиться в таких моментах нельзя. Минус от Фейма. Здесь тяжелые пистолета плюс несколько первых арморов для команды Саймон. Я бы знаете, что вернул? Я вернул от стек. Вот эту карту я бы вернул. Сенатор минус Норберт. Кадео Нилон Кеос. Остается втроем. Ну, хотя бы немножко по экономике нанести какой-то урон было бы уже хорошо для команды Саймон, потому что там, ну, по деньгам на следующий раунд будет уже в районе 7000 у каждого игрока SG Pro, за исключением только Руфайра, потому что у Руфайра сейчас 2000. киса минус по Кеозу. Ну и Кадео с он уже чисто формальность, как мне кажется, здесь. 5-0. Ну и вот хорошо, что для команды Gpro, что они не потеряли ни одного девайса прямо сейчас. Вот это и правда полезно. Так, ну что, вот теперь оружейка полноценная со снайперской винтовкой, с четырьмя калашами. Полный пул гранат. Вот теперь точно команде Саймон нужно забирать свой второй. Иначе там если 7-1, значит и 8-1, это уже первая половина. Но сегодня кто-то уже, по-моему, камбэчил, да, с такого счета, если не ошибаюсь. Олег комментировал первый матч, и там кто-то со счета то ли 8-2, то ли 9-2. Камбэчил кто-то, если не ошибаюсь. Так, ну а пока Норберт занимает воду. Подсадка для Фейма, Фейма ее реализует. Норберт не был готов к подобному агрессивному муву со стороны команды SG Pro. И вот уже без Давида. Без Давида тяжеловато. Кляв остается в, в одиночестве. Снайперская винтовка от Кисе против Кеоза. Но Кеоз понимает. Кеоз понимает, что здесь, наверное, репикать своего оппонента крайне опасно. Саймон на с 14-8. Ну вот или даже так? Комментатор, как перейти в матч по баннеру на телефон? Сейчас расскажу. Фейм. Два минуса на приемке туалетов. Размен отмол. но что-то вот эта оружейка уже максимально никак никакающая от команды Саймон. Не получилось ничего здесь. Не дочекали некоторые позиции, что и повлияло на седьмой уже для команды GPU, скорее всего. А, смотри. Э Товарищ, который меня спросил, за как перейти по баннеру от наших друзей с приматч. Ты берешь, заходишь в описание канала, кликаешь на саму иконку канала Рухаба, и там описание. И в описании как раз-таки баннер наших друзей с приматч. Так, ну что, это 7-1. Выход на восьмерку для команды SG. Там по бою отмена, да, есть арморы, есть тяжелые пистолеты, но нет ни калашей, ни авиков и так далее. Хотя, знаете, вот э, есть такие моменты, когда команда не может взять нормальную оружейку, берет пистолеты, а потом берет оружейки. То есть нужен какой-то, знаете, вот такой прорывной раунд. И, возможно, сейчас этот раунд и будет. О, Давид выживает. Спрей первого Дирей, минус от Руфайра по второму. Три игрока монстр, Дирей даблкил, Нилан на размене неплохо. Два в четыре, Нилан Норберт, ну и у Нилана здесь... Крайне нелегкие времена наступают. Да, по нему есть информация. Норберт минус. Ну и Нилан последний. Боже, там посмотрите на экономику команды g -Pro. Желательно даже на нее посмотреть после уже этого раунда. Но Нилан с сдегла не залетает. 13, восемьсот десять 9, 14 тысяч. Бог ты мой, сколько денег у команды g Это просто жесть. Там кто-то у меня за окном у молодого человека самокат угнал. Надеюсь, этого вам не было слышно. А, еще бы 2000 вернули. Да. Такая светлая, по-моему. С башнями. Ну, типа, там, по-моему, даст 2000 долларов, или как-то что-то еще такие-то, по-моему, были, если не ошибаюсь. Там просто очень много вариаций были. Ну и пока один раунд только в атаке для Саймона с 9. Что-то не летит, что-то не идет. Здесь выход на монстра готовится, а там пропускает всех третий номер. Бог ты мой, третий номер сейчас может зажечь, но зажигает только единожды свою фамилию, точнее свой никнейм в киллфиде. А вот уже и фейм подходит, закрывает Нилана. Моу! Обидный промах. Ну и один в два для Кисеса. ВП. Причем видит игрока на мостре, дает промах, и КДУ его за это наказывает. 8-2, вот и второй для коллектива Саймон. Где Алексей? Алексей сегодня на другой работе. Ну, в смысле, тоже комментирует, правда, другой турнир. Более корпоративный. Трокет. Так что не теряй. Вот ты же, если ты фанат Алексея, то же должен был быть подписан на его соцсети. Там же все анонсы Алексей делает. Ну, если хочешь, я могу быть для тебя, Алексей, прямо сейчас мой маленький хорошенький друг ну а пока мы с вами смотрим э, еще один оружейный раунд для команды Саймон 4 калаша снайперская винтовка и буст на зигзаге О, -о, 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 О, пацаны а как же контроль буста вот это да вот это да 8-1, кстати, да, я вижу в чате, что такой довольно скользкий счет. С него очень много камбэчат. Но пока что SG прыгает, пацаны, не в этот раз, не в этот. Так, ну пока первый размен для игроков Саймон есть. Ждем инициативу от Кеуза. Инициатива была под оплатом и она была наказуема для него. Ну и Нилан с Норбертом вдвоем. Но, ну, по сути, это девятка должна быть для команды SG Pro, Если, конечно, дров не наломает здесь. Ну вот, первая ошибка допущена. Нилон закрывает сенатором, Размена Дирея. Ну, у Нилана всего 11 хп, поэтому здесь одно попадание. И Нилан, к сожалению, своей команде не поможет. Да, попадает по фейму, причем сразу в голову. Правда, попал он в голову через текстуру, поэтому... 22 хп еще осталось у Фейма. 9-2. И снова по экономике огромный пробел станете Алексеем. Трокет, а тебе вот что, мой голос не нравится? Вот, вот вам только грубые голоса нравятся, да? Вот представляете, как это несправедливо? Вот жизнь меня наделила вот таким голосом. Алексей наделила, соответственно, таким низким басом. И что мне теперь? Че мне теперь не любить, что ли? Че мне не Я же не виноват. Так, но здесь пока попытка выхода на коннектор. Попытка неудачная. Хаешка прилетает еще под мол довольно больная. Ну и здесь герой минус помол. 4 в 5. Ну, герой к бай. Это когда берется один нормальный девайс, и к нему докупаются пистолеты. Посмотрим. просто Алексей Пчела в игру в пчеловод. Ну, то есть я получился. Я веду Алексея. Под венец. Ну и здесь выход через туалеты на базу от команды Саймон. Есть минус Аттерфайра, есть минус по Не луном. Ну и последний Кадео остается. Но 30 секунд. Один в 3, конечно, здесь тяжеловато. что Почему называется Герой Гмайм? Потому что команда кого начала. По сути, первой команды, которая такие раунды начала реализовывать. А это 10-2. Каждый человек индивидуально, не нам судить, кто лучше. Не, ну это спора нет, спора нет. Давайте комментатору на лечение скинемся. Зачем? Я вроде не болен. Крексер. Что тебя заставило подумать, что со мной что-то не так? Ну, 10-5 это минимум, что должны делать команда Саймон. Потому что на второй половине, да, так слабая сторона, но не настолько слабая сторона на оверпассе. Тем более опыта очень много у команды Саймон в официальных встречах на оверпассе. Так, ну и здесь Феймс Кисе вообще без шансов. Слушайте, любой контакт, который пытается придумать команда Саймон, заходя на любую позицию, команда из Джипро уже на шаг впереди. Постоянно. То есть это реально постоянно случается. Я не знаю, то ли как... То ли у команды Саймон вообще то есть полностью отключил здесь понимание, как играет соперник, то ли они до сих пор не могут понять, то закрытое, то открытое. Потому что агрессия на дугу и туалет у них каждый раз. Оу. Оу. Уф. 5 в 0 без... 500 хп, как было на карте у команды же про так и осталось. Ни одного хп не было потеряно в этом раунде. Последний матч тоже я, Арис, буду комментировать. Мистер Гурм, здрасте. Здорово, кролик. У кого у вас сколько голос сломался? У меня в 13. У меня до сих пор ломается. Еще у меня 28, если что. У меня до сих пор еще голос не сломался. Вот так, в процессе. Так, ну а в это время давайте посмотрим коэффициент, что там по кайфам. о о оу, 1.14 на S-Gaming и 5.20 от наших друзей с приматчи на команду Саймон. Вот это жестко. Вот это жестко. Голос, дети. Ну, я, кстати, да, зарегался. Выход на, базу боя быстрый, но Арберт, попытка закрыть игроков на воде, будет удачно или нет. Начинает трек первого оппонента, начинает трек второго оппонента. Отличный, два минуса от Норберта, и вот уже два в 5 защиты в меньшинстве. Вот откуда не ждали, оттуда и прилетела команда SG PRO Судя по всему, третий раунд отдаст своим оппонентам. Хотя Кесе дает хороший фраг по Норберту, правда, остается очень битым. Вот это действительно неприятно. 11-3. Ну и последний раунд первой половины прямо сейчас. Гром не героик бай, а hero. И начали это на Нет. Ярче как. Это начали героики. Еще в старом составе с моди и так далее. Это было давно. Так, ну здесь 4D. Эть. эть. Там уже, там уже все могли подпушить команда же говорит. Ну давай, ну чисто ради прикола уже. О! Все, есть контакт. Так, ну что, последний раунд первой половины. Саймон, надо включаться. Если четверку не забираю, то уже прям совсем все плохо будет. Можно кэф. Кэфы были уже в предыдущем раунде, ребят. Выход на длину. Такой раунд уже команда Саймон делала. Раскидка вся есть. Можно замолить тачку, засмочить КТ банк и пройти. Но нужен игрок с э, дуги. И Норберт, кстати, как раз таки на дуге фрака находит по кисе. Ну и здесь остается один Фейм, который лишает жизни первого. Второго игрока оставляет очень битом Нилана. Девяточка хп. Норберт. Да ладно! Руфайра Как же не полетела стрельба. Дирей соло в пленту. Один патрон нужен по Нилану. Он погибает бомб керри минус. И остается Дирей один в два. Есть информация по длине или нет? Судя по всему, нет. мол там full хп. Моу ставят точку в этом раунде. 11-4. Но с каким же разгромом SG берут первую половину? Это жесть. Это жесть. Кто-то по нации? Я? Я русский. Полностью русский. Родился в Подмосковье. Поселок городского типа Шаховская, что близ города Волоколамск. Вот. Ну что, вторая пистолетка Саймона. После нее нужно возвращаться в игру. Точнее, ее надо брать и возвращаться в игру. Ну и здесь выход на длину от команды g Кстати, раунд во многом похож, как начинался у команды Саймон в атаке. Потом они уходили на коннектор, и там их ждала неминуемая погибель. На курилке отыгрывает Моу. Прыжок. Отличный минус. Моу. Снайпер отрабатывает ее спа уже двоих оппонентов. Под флешечку пикает дальше у нас Кисе. Моу минус 3. Ну что же, пистолетка за командой Саймон, по идее. Если, конечно, вдвоем Дирея и Руфаера здесь никак не соберутся. Но что они соберутся здесь, это, конечно, вряд ли. Бомба у Руфа. Можно попытаться как-то выйти, не знаю, на планту найти минус. Но здесь КД уже встречает Дирея. Руфаер последний. И все. Я в Красногорске. Ну, я в Красногорске тоже некоторое время жил. Точнее, в Павшинской пойме. Рядом со Снежкомом. Если ты знаешь, конечно. Ну я думаю, ты знаешь, что более, если ты с Красногорск. Ну а от МО, отличная реализация юспана курилки. Но, дорогие друзья, я не могу не показать коэффициент от наших друзей с матч прямо сейчас после пистолетки. И они следующие. 1.28 на команду SG Pro. Ну и 3.45 на команду Саймон. Когда толстенький будешь, голос будет другой. Нет, это так не работает. Связки не наращиваются, на смысле, э -э, параллельную весу. Ты посмотри на Слипчика. Слипчик худой, как этот. И Минго тот же. А у них голосовые связки толстые. Так, ну что? Пока 3 в 3. В и это экономический раунд для команды SG в любом случае. И выбивает уже два девайса, что неплохо. Забираю себе две эмки. Да, нет армора. На долгую перспективу, скорее всего, стреляться здесь нельзя. Вот так, Клин... Клинфит, работай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Клинфит. Люблю тебя. нет. Ну нет. Так. Пока что SG Pro никуда не могут собраться выйти, но пока мы видим, что Дерей и Фейм идут под монстра, туда же к ним перетягивается и Сенатор. Делается это абсолютно бесшумно. Ну и здесь пока от фейма минус панил. Хватит виснуть. Это ситуация 2 в 1. Ну не висни, ну что ты делаешь? Чел на фиде, блин. О -о -о -о. Да иди, не ребят, это не видюха, это... Подождите, кто выиграл раунд? Я не понял. А, ну выиграли Саймон, хорошо. Так, ребят, давайте я на небольшую перебивку выйду сейчас. ну вот так сделаю что то фиды прям проседают mm -hmm. Так, ну здесь седьмой раунд, судя по всему я так понимаю, забирает команда Саймон. Перезагрузил фит немножко, ребят. Ну и Rafair с 4 хп здесь, конечно, вряд ли что-то придумает. Да, возможно, Норберт переиграет, но дальше там Кадео уже ждет. И Кеос ждет. И Кеос добывает седьмой раунд для команды Саймон. Ну что же, это уже выход на 11-8 даже для команды Саймон. Денег нет у их оппонента. И, кстати, команда g берет практическую паузу. Ну, наконец-таки. Ну что, чатик будет камбэк или нет? От команды Саймон полноценный. Или же все-таки с дожмут? Пока не отдают три раунда подряд. Ну, пистолетку, экономический первооружейку. Как думаете? Не будет, не будет, будет. Ну так вы определились, будет или не будет? Какая последняя игра сегодняшнего игрового вечера? Это Hard Legion против победителя пары SG Pro Саймон. То есть Hard Legion Simon, либо Hard Legion SG Pro. Одно из двух. Какой у тебя звание Global и 10 левел на фейсе. Так, поехали. Вот такой вот бай экспериментальный от команды SG. По гранатам, конечно, все очень плохо, но зато есть гали... 4 Галила и Калаш. Заходит втроем на кон. Ну и здесь Моу будет играть против них. Ну, кстати, Моу здесь, если не уйдет, то даст энтри для команды ЖиПро. Дал минус. И уходит. Норберт в упоре. Даже Киса его не увидел здесь. Норберт как же зажимает, как же это было красиво. Ну и вдвоем уже остаются. Размен есть от Руфайра, но это 2 в 4 все равно. Моу идет пожим длины, проигрывает Фейму. Так, так-то можно на самом деле из 5 в 2 превратиться 2 в 2. Аккуратнее, ребята, из команды Саймон. Так-то можно и перенаглеть. Я же сказал, что там экономически будет, я что-то его не вижу. Но видишь, и решили же просто сыграть за кубку. Понимая, что там у команды Саймон денег немного, они решили с Галилами выйти на стрельбу переиграть. Это нормальное решение. Ну, но, типа, с точки зрения того, что если бы раунд получился, то раунд за два был бы, то есть уже бы там же вышли бы на 13, там, 6, ой, на 13, 7. Или чем-нибудь такое. Но пока не получилось. Последний матч, да, да. Angry. Angry Joker. It's me. Ну и выход на точку А. Кадео, что-то спрей чуть раньше времени. Пытался э, на слух отыграть, я так понимаю. Но все-таки закрывает Кеос двух соперников. Помогает он своему тиммейту. Это 11-8, но денег опять же нет. Все в следующий раунд будет фулбай. Сейчас можно взять кастомный пистолет, парочку первых арморов. И попытаться снова экономику довести до критического минимума в команде Саймон. В напарниках я не сыграл достаточно матча. Мы там с Моноси поиграли штуки три в напарниках. Да и все. Потом я больше не играл. Так, ну что же, 11-8. И они снова, и они снова добавят. Видишь, смайл? Я думал, что там снова какой-нибудь там, типа, дигл, там первый армор, но они снова бают. Бают, правда, калаши. Снова без гранат, там две флешки всего. Понимают, что там экономика на критической отметке. И они выходят, дают первый минус, попадают очень сильно по мол, но благо мол хотя бы разменялся. Хотя бы разменялся. 4 в 4, но такой размен атаку, а, атаку устраивает. Но нет гранат. Только одна флешка. Как действовать дальше, пока непонятно. Минус от фейма по мол. Ну и на точке я прямо сейчас никого нет. Полетела стяжка от Келза на позицию КТ. Но опять же, засмочить ничего не могут команды из ЖиПро. Но вот здесь по стрельбе что-то Келза прям вообще не пошло. Это уже 2 в 4 Нилан и Кадео остаются вдвоем. Бомба будет установлена. От Кадео есть минус по фейму. От размен по Кадео. Ну и все, один в три. И вот та самая экономика, о которой я говорил. То есть там 1400 сейчас капнет Саймонов. То есть у Мо будет 3000, там 350 Кадео. 4 там с лишним у Кеоза. И 1750 у Норберта только. Вот, поэтому там СГ реально сейчас могут это давить. Но вот от Нилана есть минус. Правда, по ХП теперь огромная проблема. Одно попадание, и Нилан будет погибать. Нет, он все-таки принимает решение засейвить Кольт. Вроде успевает отсюда убежать. Денджер Зона, кстати, ни разу в КС так и не играл. Кем себя видишь, когда КС себе живет? Ну, мужики, не знаю не знаю. Я хочу всячески поддерживать, там, не знаю, медийную форму, там, стримы, то есть, ну, в перспективе что-нибудь свое, конечно, там, годам 40. Ну, пока еще слишком мало, 28 лет, свое еще. На свое еще не заработал. Поэтому пока комментировать, не знаю, там, стримить. Правда, народ на стримах мне, допустим, смотрят там немного. Поэтому стриминг это так больше хобби. Поддержание формы и так далее. Ну и вот бай выглядит следующим образом. Это тремки, эмки, Фамас и Скаут для команды Саймон. По гранатам самое необходимое все есть. Диффуза присутствуют. Но, конечно, по огневой мощи команда SG Pro выглядит посильнее в этом раунде, нежели их оппонент. Первый выход на центр. ой ой, -ой кисе. Не переиграл здесь Моу. Моу, да ладно, еще убегает, попадает по нему через стену игрок атаки. 37 хп у Моу остается. Моу, 11 хп у него, но он попал по фейму и попал по кисе. То есть там два игрока на 2000 скольта. А Руфа минус по Моу все-таки есть. Смог прилетает в туалет. Прошивает здесь игрок из-за дефолта. Нилон. Аккуратнее. Нилан. на страйфах Отлично переигрывает Кисе. Но там с длины уже приходит команда SG Pro. Есть минус от Сенатора по Норберту и меньшинство. Закинули моликом банк. И, кстати, вот сейчас могут злины не ждать, типа, Нилана. Потому что якобы там лежал Молотов. И Кадео с находит по минусу. Кадео еще минус. И Дирей последний. А Дирей только-только с коннектора идет. Скинь свой твич, я подпишусь. Ну, твич, хорошо, сейчас скину. Кто хочет, подписывайтесь. Буду, в принципе, признателен. Вот. Ну а так у нас Кдео Нила и Кео остаются. Втроем против одного дире. Но денег, кстати, тоже на следующий раунд нету команды SG Про Там лос-бонус не сильно сбит, конечно. Там вроде 2400 будет капать или что-то около этого. Но закупаться в следующем раунде, наверное, с Про не будет. Хотя, кто его знает, кто знает, кто знает. Погибает все таки Кдео. С длины не дождался Дирей своего оппонента. Но и Кес его закрывает. 12-9. Гросс сейчас опять будут покупать девайсы, но... Честно говоря, можно было бы купить, потому что по-прежнему экономика супер слабая команда Саймон. То есть реально это было бы даже логично, с одной стороны. Но берется пауза от команды Джипро. Возможно, снова сейчас, так скажем, коллегиальным голосованием примут решение о закупе. То есть там будет, будут галилы, будут два калаша, будет раскидка. Не, реально можно закупиться в три галилы и два калаша. Почему нет? Тем более, что да, там экономика, ну, смотрите, там 450-450, то есть там 950 долларов на пятерых после этого раунда. Раунд снова за два для команды же Pro. Покажи пин когда Я не могу, ребят, тап нажать, потому что это клинфит. То есть это итоговое изображение, которое я получаю. То есть это не с клиента игры я вам показываю. по кэфам. А коэффициент от наших друзей из париматч следующий пока, ребят, на эту карту. Полтора на SG Pro и 2.48 на команду Саймон. Пока такие коэффициенты. Все равно, ну да, три раунда преимущества, плюс слабая экономика, перспективы раунда для команды Саймон. Их не так много, поэтому здесь я не удивлен. Я не удивлен, что команда SG Pro пока имеет э, такой коэффициент. Да и Саймон тоже. Здесь, э, как и говорилось, да, но, правда, не два Галила, а Скаут Галил. Два Галила и два Калаша, но вот от Норберта первый минус. Погибает. Руфайр. С кем в паре комфортнее комментировать? Не знаю, но у нас, ну, наверное, с Пчелкиным, потому что мы с Лехой больше всего отработали. Да и мы друзья в реальной жизни, поэтому как-то ну, нам просто вдвоем так уж повелось комфортнее. От Фейма минус по Норберт. Норберт там неплохо зацепил кисе по урону, но этого урона недостаточно, учитывая то, что типа играет со скаутом. 4 в 4. Два опорника Б, два опорника А. Кисе там прострелили еще. Сняли 20 хп. Ну и команда SG все-таки меняет свой вектор атаки. Остается у них два смока, две флешки. И можно пойти разыграть базу Б. Там готовят прием Нилан и Кадео. У них тоже одна флешка на двоих. То есть здесь у двух команд по гранда все очень плохо. Довольно близкие раунды. Ну что, выход на Б, поехали, дорогие друзья. КДО на бочках. 28 хп, или даже 20 хп всего лишь. он будет помогать здесь в упоре. Киос. Кдео, кеос. Боже, как же отработали-то хорошо. К.Д.У. 3 минус еще дает. И денег. Ну, опять же, максимальный лос-бонус держится. Тут 3-400 каждый раунд на налетает для команды GPRO. Поэтому здесь. Ну, не знаю, если они и сейчас еще раз закупятся с Галилом, это, конечно, будет уже прям жесть. Ты конкурс с кем проводишь? Да, у меня уже за предыдущий месяц два розыгрыша было. Ящик Red Bull разыгрывал, девайсы, наушники, клавы две разыграл, мышки разыгрывал, коврики разыгрывал, все разыгрывал. Следующий розыгрыш будет в августе, скорее всего, как я приеду с Карелии с отпуска. Хочу разыграть, наверное, там тоже девайсы какие-то, да и, может быть, игровой стул. Ну, им там какой-нибудь там вер... Не знаю, какой, правда. Ну, просто игровой стул какой-нибудь нормальный. Кресло, я имею в виду, да. На Джек. Да потому что уже много кто Джеком называет. Я уже на все реагирую. Ну, кроме, соответственно, там самых таких вариантов. 12-11. А вот и камбэк, дорогие друзья. Спрашивал, я будет камбэк или нет. Камбэк на месте. Камбэк на месте. Next игру будешь комментировать? Да, Next игру тоже я, дорогие друзья. Почему Карелия? Ну, потому что это моя историческая родина. У меня там бабушка родилась и там красиво. Я там отдыхаю от компа, от всей этой темы, потому что комп очень сильно голову засоряет. Да, то рядом, ну как рядом с Петрозаводском, то есть там 100 километров от Петрозаводска еще. Город называется Лахденпохья, это бывшая Финляндия. От Нилана на приеме зигзага, два минуса, погибает сенатор и Дирей, и вот это прям, это прям Проблема. Это прям проблемная команда для команды SG Pro. Я думаю, что еще одну паузу нужно будет взять. В Сочи в августе. В конце августа. Ну что, это 2-5. Команда Simon Gaming возвращается в этот матч. Од... Напомню, что первая половина закончилась со счетом 11-4 для команды SG Pro. 11-4. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Кисе погибает, Руфайр последний. Да, что-то у команды RG Pro прям не пошло, не поехало. Прям не пошло, не поехало. Ну что, 25-й раунд прямо сейчас. Стоит ли сейчас закупаться команде RG Pro? Не знаю. Но не будет авика, у двух игроков не будет гранат, если они купят калаши. Ну, тяжелый пистолет, армор 100% должны быть. Здесь пока что с головой не зная эти команде RG Pro точно не на, не на руку. Ну что, поехали. Три калаша в защите. Кольт плюс снайперская винтовка. Ну и здесь пять вторых арморов. Опа, от Норберта первый минус по руфайру. Коннектор здесь не заиграл. И Норберт уходит на позицию дуги. На длине у нас принимает Моу своего оппонента. Ну вот Норберт, кстати, может здесь и допрыгаться. Моу находит минус по сенатору. Уже 3 в 5. Начало не получилось. У команды Жупро пытались быстро минус на коннекторе найти. Опа, Норберт спалил ножки Фейма, заходящего в туалеты. Говорит, а вы оплатили туалет? Туалеты платные. Ну, говорит Фейм, сейчас оплачу. Оплатил фрагом. Ну и там Хаешка прилетает. Кеос зарабатывает вместе с Моу. Отличная работа в паре. 13-12. И команда Саймон выходит вперед. По-моему, впервые, да, в этом матче. Так, ой, ой 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 Не забывайте, дорогие друзья, кликать на баннер по трансляции от наших друзей из приматча и получать бонус в виде 100% на первый депозит. И теперь быстрый буст для команды. Вот, вот так быстро этот буст делается. Девятку посмотри. Девятку не смотрел. Кеос закрывает киса. Кеос красавчик. Здесь сориентировался быстро. Норберт Но минус по Чё? Чё? Ага. Моу в итоге оказался с Калашом, и два Авика оказалось на Б. Как же это было не своевременно для команды из Это просто жесть. Видел еще Норвин, проходящих на монстра, когда здесь получает эту информацию, и два игрока будут с плитом принимать. Но это жесть. Это жесть. Минус от Нилана по фейму. Сенатор Дирей последний, дорогие друзья. Ну, может, еще одну паузу с Жишком взять. Погибает Дирей, но там в спину уже летит. Моу на всех парах. На монстре не увидел. Не увидел. 5 в 0 5 в 0, и только 27 хп снесли в этом раунде про своему оппоненту а Вопрос на рассуждение, как долго КС будет на столь высоком уровне. Я думаю, еще ну, честно говоря, я не уверен, что в принципе КС себя живет в ближайшем будущем. Ну, потому что альтернатив пока нет. Очень много подрастающих поколений, которые будут тут uh, смещать, смещать и смещать. То есть, знаешь, это как вопрос условно был бы там, ну, когда-то там раньше про футбол. В свое время, когда футбол себя и живет. Ведь когда-то всем надо изгонять мяч. Ну и он себя не и жил. Мне кажется, только дальше, только и больше. КС будет расти невероятными какими-то вот, цифрами обрастать мясом и обрастать всякими партнерами, спонсорами, вещательными площадками и так далее. Почти шашлык от Моу, но два минуса и без этого он дает. Ему этого достаточно. 3 в 5 уже на начало этого раунда. Минус от Сенатора. Первый размен. Но, правда, Моу снова находит минус. Это уже третий для него. Видит, что лежит бомба. Поэтому здесь... О, еще и Норберт спину зашел. Есть попадание по Сенатору от Моу. И точка ставит Норберт. 15-12, дорогие друзья. Ну, это, похоже, выход на ГГшечку. Один раунд в атаке. 12... Точнее, 11-4 был счет по итогам первой половины. 11-4. Три попытки, три матчпоинта у команды Саймон. И если Саймон выиграет, у них следующая встреча будет с командой Хард Легион. Также в формате Best of 3 от Норберта. Уверенная работа на коннекторе. Уверенная работа от Мусака 47 по фейму. Но такое ощущение, что команда из про несколько уже в тильт вошла, если честно. Вот поэтому... Посмотрим. Я тебя ответил точно точно как Сеня. <laughs> Но, кстати, мы с Сеней, когда, ну, когда Сеня еще был в Рухабе, то есть я застал Сеню где-то на несколько месяцев, мы с ним поработали в паре, и у нас очень много схожих мыслей было с Арсением. Есть, поэтому мне Сеня очень близок по духу как человек и, в принципе, по пониманию Counter-Strike того же, на самом деле. Да и, в принципе, по майнсету. Вот. Поэтому неудивительно, что наши ответы совпали. Вот. Смотрим. Дирей и Кисе. Дирей погибает, если последний. Дорогие друзья, ну что же, команду Саймона поздравляем. 11-4 проиграли и выиграли эту встречу со счетом 16-12. Пойду сейчас Норберту напишу что-нибудь, как они это смогли вернуть. Комментатор красавчик, как комментатор и человек. Очень приятно смотреть стрим. Стрим дальше. Спасибо большое. Спасибо.